Так, значит, теперь песня следующая называется... это вторая серия «Игра». Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Фоторепортер налетели, и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит? Репортером с ног меня не сбить. Мне ж неумений поможет, и этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за деревья. Говорят, он белыми мостак. Он сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое так-так? Ход за мной, что делать надо, Сева? Но угад, как ночью по тайге. Помню всех главнее королева. Ходит взад-вперед и вправо-влево. Ну а конь вроде только буквы Е. Эх, спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже ясно испугу. Разыграл классический дебют. Все следил, чтоб не было промашки. Вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Так жил, прояснилось на доске. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть, и я бы съел ферзя. Эх, по такой бы закусчат бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. Клетки, как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами. И с дебютом путаю дуплет. Есть примета, вот я и рискую. В первый раз должно мне повезти. Да я его замучу, зашахую. Да мне бы только дамку провести. Не мычу, не делюсь, весь как вата. Надо что-то бить, уже пора. Чем же бить? Ладьёю страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно, как в первая игра. А он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера даже две. Если он меня прикончит матом, так я его через бедро с захватом. Или ход конем по голове. Я еще чуток добавил прыти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти. Но если тренируется в ферзи, а шифер стал на хитрости пускаться, встанет пробежиться и назад. Предложил турами поменяться. Но еще б ему меня не опасаться. Когда я Леша жму 150. Вот я его фигурку смерил оком. И когда он объявил мне шах, то обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише. Он заметил, что я привстаю. Видно, ему стало не до фишек. И хмаленый пресловутый Фишер тут же согласился на ничью.